вас видеть и приветствовать на нашей гостеприимной Зубцовской земле. Сегодня мы проводим ежегодный турнир по самбо, посвященный герою Советского Союза Николаю Черкасову. Николай Черкасов – уроженец Зубцовского района, и вся его короткая жизнь, а погиб он в 21 год, была сплошным подвигом, и он удостоен высочайшего звания Героя Советского Союза. Данный турнир проводится уже более 35 лет, и у его истоков стоял Леонид Александрович Пушкарев. Все его знают. Изначально турнир был посвящен Дню космонавтики, но позже было принято решение посвятить его все-таки герою Советского Союза Николаю Черкасову. Всем участникам соревнований, мальчишкам, девчонкам, юношам, девушкам, хочу пожелать воли к победе, мужества, силы, упорства и удачи. Пусть победит сильнейший!